Поздравляя земляков, Андрей Шевелев заметил, что Тверская область по праву считается территорией спорта. Верхневолжье дало стране и миру немало чемпионов. Только в прошлом году тверские спортсмены принесли в копилку региона и страны 260 медалей международных и российских соревнований, три из которых завоеваны на Олимпиаде в Лондоне. Подводили итоги 2012 года, конечно, очень хорошая статистика, 260 медалей наши спортсмены, копилку региональную и страны принесли, три олимпийские медали. Очень переживаем за подготовку к Олимпиаде 2014 года, где мы тоже будем достойно представлены. Сегодняшнее мероприятие не дань моде, а возможность еще раз собраться. Вместе пообщаться с муниципалитетом и людям, которые любят лыжный спорт, любят спорт. Это самое главное, что сегодня хороший праздник спорта. Тверская область впервые получила право проведения этапа всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2005 году. В 2006 эти старты проводились в Лихославльском районе и собрали 10 тысяч любителей этого вида спорта. После этого постоянным местом проведения «Лыжни России» стала база всесоюзного лагеря в Ямке. Считаю, любой такой повод, а здесь хорошее мероприятие проводится по всей области, в стране, надо использовать. И если мы приведем с собой детей, родственников, и они после этого захотят, в общем-то, заниматься спортом, то это здорово. Организаторы приготовили обширную развлекательную программу для детей и взрослых. По словам участников «Лыжни России», это прекрасный повод активно отдохнуть на свежем воздухе, пообщаться с друзьями и коллегами.